Всем привет, Сайдант, и сегодня мы продолжаем играть Dark Souls 2. Да, так, и сейчас мы будем... Сейчас мы посмотрим, что нам дает эта лестница, ё-моё. Низ, по-моему, что эти лестницы дают, это то, что... Блин, а кольцо-то я не надел, да? Ладно. Надо глотнуть тогда. Нет! Блин! На, ёберный ты кокоска. Вот как я тупо умираю. Хотя те лестницы мне помогут только в одном. Выбраться, в крайнем случае, оттуда. Пам-пам. Так, вместо кольца клинков. И вот кольцо кошки, блин. Сливано кольцо кошки сейчас надену, блин. И буду прыгать, как чумачечий. Так, только я правда не помню, насколько он это кольцо уменьшало урон. Ну, по сравнению с тем, насколько я в прошлый раз урона получил. И в этот раз, то это что-то между небом и землей. Опа, долетел. Ядовитый мох. Так, восстановимся. Чуть-чуть. Оп. Ёшки-матышки. Как я чуть не упал-то только что. Ой-ё, блин, опять. Опасно вообще, я прыгаю. Очень опасно я прыгаю. Кольцо зоркого глаза плюс один. Ну-ка, что оно мне дает? Так, кольцо предела. Здоровье каждого побежденного... А, поглощает здоровье каждого побежденного врага. Ну, получше, я вам скажу. Вот еще зачем нужен... Этот уголек. Господи, девушка, ланча впереди чего? Ладно. Блин, а я не помню. Ё-моё, так, тихо. Куда пошло? Куда пошло? Куда? Писец. Сейчас еще эти подрывники будут мне мешаться. Так, ну тупо бегаем. Они один фиг умирают от того, что сами... Уйо, вот сейчас будет плохо. Так, отлично. Угольная смола. Так, надеюсь, никого тут сейчас не появится резко из ниоткуда. Да, косточку возвращения используем и смываемся отсюда. Так, ты... Что мне даешь, скажем? А, то есть вот я мог уголь вражды купить и так далее. Повторная смерть. Затем порция, поджигающая трупы темным пламенем. Зачем они взрываются против такого рода? Ага. Понятно.
No interest. See. Так, у меня, кстати, еще есть эти. Нету, скорее всего. Угольки эти, да? Да, нет у меня этих угольков. Ну и ладно. Так, ну что? Знаете, что я понял? То, что можно сделать по-хитрожопому. Собор Лазурного пути. Сейчас так к этому боссу подойдем. В задницу, так скажем. Тикс. Так. Улучшает физическую защиту. Спотевайся к каменению. Так, кольцо устанавливания мне нафиг сейчас не нужно. Мне лучше кольцо стальной защиты. Так, кольцо Клоренти. Которое увеличивает баланс. Но это, в принципе, мне особо сейчас не пригодится, я так думаю. Используем, скорее всего, а? Улучшает шанс найти что-то ценное после смерти. Так, ладно. Я, по-моему, сейчас сломаю игру. По-моему, да, я сломал игру. А, блин, это же босс такой, блин, был. Ну ладно. Оба, ну смотрите. Два красных фантома там стоят. Интересно. А там где был... ладно. Ладно, есть такая пьянка, так скажем. Это кольцо восстановления и... Кольцо Кворенти, если... Не швось, да. Так, и сейчас будем оживлять того засранца, которого мы когда-то убили. О, вон он явился. Здорово. Transient being. Еще так неудивное создание. Никогда не станешь не вылетелем. Больше мне нечего сказать. Так, значит. Так, кольцо Лазурного пути. Поставим и посмотрим, что изменится. Transient, you would be gone. Понятно. Ничего особо не изменилось, ну и пофиг, значит. Так, кольцо проклятого укуса. Так, ладно. А, блин, может быть то, что каждый раз по 6000 душ то надо будет. Хотя сейчас увидим, давайте отдохнем в Bonfire. И пойдем саму посмотрим. Так, и потом пойдем в одно место, куда желательно бы сейчас сходить. Да, он остался таким. Ну ладно, это в принципе нормально.
Зато получили этот копье там какое-то. Ой. Так, ладно. Зал стального очага. Чувство даже специальное для заблудившихся, но помогает видеть больше сообщений из других миров. Бесчисленные миры. Ну, это я знаю, блин. Проводник это бывает очень хорошая вещь, которая в некоторые моменты спасает, причем реально так. Тыкс. Значит, поставить заряд. Заряды это установить заряд заклинаний. Создавай заряд заклинаний. Значит, угу. Ну, радужный камень тоже поставим. Я хоть посмотрю, как он в использовании хороший. Или как я и думал, так хрень еще-то. Слава богу, то, что не увеличивается, как бы, тяжесть все такое. Тыкс. Кстати говоря. О! Черепашка ниндзя, смотрите. Упана! А я забыл, что она может так. Что она так может, точнее. Большой осколок титанит. Слышь. Черепашка ниндзя. А черепашка ниндзя. А, то есть он как бы меня под этого решил, да? Оп. Вот и все. Фу, слава богу, блин, а то я вообще испугался, думал, вообще подпрыгнет у меня. Персонаж. Так, тут на всякий случай. Перепрыгнем. Так, тут... О, дверь можно открыть. Так стоять. Я ж эту дверь открывал. Эту дверь открывал, блин, по-моему. Да, вон он, бонфайр разжигал тоже. А, вот он, блин. Вот они, звонари-то где. Блин, вот мне сейчас не вот к ним идти-то. Ай! Ладно, я передумал. Подход в башне солнца. Ну что? По ПВПшимся давайте. Либо мне сейчас, блин, там... Посливают... души, либо я кому-нибудь. Ну, в принципе, это все ради только чисто титанита. Который может выпустить. Все. Вторжение. Серый дух. Голдмен. Так, вон, кстати говоря. Это серый дух. Ну ты чё, сюда иди. Слышь ты!
Сюда топай ты. И еще один. Вы что, издеваетесь? Я с двумя отказываюсь драться. А, то есть засранец, блин, этот. Говнарь. Блин. Ну этот говнюк, блин, воспользовался преимуществом этого. Угу. Слышь ты, если бы, блин, тот карлик бы меня не напал бы, ты бы меня не победил бы, так что, блин, не выпендривайся. Блин, вообще гадски сделал этот фантом. Ну ладно. Моя ошибка, надо было сначала зачистить полностью, потом уже топать. А я что-то как всегда провтыкал и в итоге получил. Ржавая монета. Мощно так-то. Он пока что не закрывается. Угу, не закрылась. Ну ладно. Тогда сейчас по-быленькому попробуем этих всех засранцев загасить. Вообще можно было бы тут уголек использовать, тогда бы это... А, нет. Уголь бы сюда, по-моему, не распространился. Потому что как бы это только бы... По плану же это как бы должно блокировать фантому, да? Уй! Ну отлично, я еще на этом умер, блин. Ну я вообще разучился капитально уже играть Dark Souls. Надо вспоминать. Ладно, в принципе, туда добегаем так. Забираем и спускаемся. Все пытаемся сделать. А вот в спину стрелять это гадки вообще. Как по мне, блин. Оп. Все, успел залететь. Слышите вы, блин? Ученьки недобитые. Я тебя сейчас отомщу, гада.
пипец какой-то. Мне вот эти вот засранцы мелкие сносят больше, чем их все знамо кто, блин. Пулемет впереди может помочь слева. Чего? А, ну. Лжец впереди. Ну, может, конечно, надо бы ударить. Ну, конечно же, обычно некоторые еще могут открыться только взрывом. Ну, по-моему, кстати, да, есть бумочки. Так. Ну, конечно, навряд ли. То, что тут есть проход. Да. Так оно и есть. Его там нету. А, это тупо этот. Типа, я был тут. Жест за Дель, ну да, в принципе, я сделал круг. Так, в общем, давайте посмотрим, как нам бы так бы пройти туда. Один из вариантов сейчас будет очень мощный, чувствую. А эта дверь всегда, кстати, закрыта почему-то. Ай-яй-яй. Хорошо вошло. Ошу. Ой, блин. Опять, блин. Ну, это вообще как-то. Не ахти, а ну-ка. А ну падай. Засранец. И ты сейчас грохнешься. И ты сейчас грохнешься, блин. А тут же засранец. Чё захотели, а? Тикс. Чё это за волна? Тыщ. Минус. Блин, а. Так, сейчас надо тут осторожнее быть. Тоже до суда можно двумя путями дойти. Один самый безопасный. Ё-моё, рыцарь ты галимый. Как ты сюда залез-то? Значит, мне не послышалось, блин, то, что кто-то сюда шёл, блин. Ну, а сейчас будет весело. Так, отлично. Убил. Или вроде сюда даже не надо особо-то пытаться пройти-то. Ой, ушки-матрюшки. Так, надо его задержать тут подольше. Отлично. Так.
Отлично. Оп. Тикс. Блин, а тут бонфайра нету, да? Ну ладно, этот босс должен быть вообще легкий. Так-то, если... Фу, ну что же. Сейчас узнаем, какой я профессионал. Так, знаете, чего я сделаю? Вообще он легкий, но я не хочу его, блин. Долго убивать. Мне лень. Так уж. Так, где у меня этот? Человеческая фигурка, я в упор не вижу. Вот она. Так, человечность восстановлена. И сразу вызываем. Уж, блин. Если Dark Souls нам разрешает что-то использовать, то это же всегда желательно использовать. Вдвоем-то сейчас будет чуть-чуть легче его разбирать. Может помочь стиль мясника. А, ну я знаю этот, блин, стиль. Тупо. И все. Ну, чувак, давай быстрее. Я уже босс хочу. Ну. Не хочешь, чувак, появляться, ну ладно. Появится, зайдет. Так, вот он сам босс. Самое важное, это в лаву не упасть по своей же тупости. Так, теперь самое важное. Смотрим, как и куда что идет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, это плохо. Ё-моё. Блин! Это я... Да, сказал, босс легкий и в итоге сдох. Вообще надо на него смотреть и достаточно близко подойти. Тогда, может, еще что-нибудь получится. Такое отдельное. Ну давай уже, я понял, что это за босс. Все, давай. Кыщ отсюда. О, отлично. Длинный лук, обычный лук, используется с охотниками, чтобы стрелять. Блин, угу. Чтобы стрелять, приготовьте стрелы. Мощно. Блин. Я еще подумал, надо восстановить человечность, только чтобы для того... Отлично, то есть мне еще. Ну ладно, это делается легко, в принципе. Вот сюда вот. Ну и давайте на этом закончим. Продолжим в следующей части. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Данте. Всем спасибо, всем пока.